Прошлый год мы провели порядка 25 миллионов регистрационных действий по регистрации прав и порядка 50 миллионов действий по кадастровому учету. В своей работе, как вы уже сказали, в общем-то, мы руководствуемся чем? Скорость, удобство для того, чтобы возможность получить услугу, и гарантии прав. Что касается сроков, ключевым вопросом, по которому мы смогли и сейчас продвинуться, и продвигаемся дальше, это внедрение электроники, в общем-то, на всех этапах нашей деятельности. Наши ключевые четыре услуги – это кадастровый учет, регистрация прав, предоставление сведений из кадастра и предоставление сведений из ЕГРП. Три из них, за исключением регистрации прав, уже несколько лет предоставляются в электронном виде. И за счет совершенствования удобства сервисов мы объем и долю электроники постоянно наращиваем. В том году, в июне 2015 года, мы внедрили и начали предоставлять в электронном виде нашу последнюю ключевую услугу – это регистрация прав на недвижимое имущество. За истекший период уже 100 тысяч пакетов документов нам было подано, и, в общем-то, это позволяет нам, по сути дела, все свои услуги, все четыре услуги сейчас в электронном виде предоставляются. По поводу сведений, вот тех двух, за истекший период 2016 года мы предоставили уже порядка 16,5 миллионов сведений. И 89% из них в электронном виде. То есть что это означает? Фактически за этими документами заявители, предприниматели и граждане Российской Федерации не пришли в наши офисы. То есть различные органы власти, и региональные, и федеральные, получили эти документы в рамках межведомственного взаимодействия. И в основном, вот еще раз подчеркиваю, 89% в электронном виде. Значит, это все и ряд других мероприятий нам позволил в конце 2015 года сказать, что доля услуг, предоставляемых наших вот этих четырех в электронном виде, достигла 49%. Значит, переходя к срокам, на которые это, ну, непосредственно влияет, вот то, о чем говорил Андрей Сергеевич, вот срок, скажем, по кадастровому учету, он складывается из двух составляющих. Это действие кадастрового инженера, это рынок, согласование границ, осуществление кадастровых работ и в конечном итоге подача документов на регистрацию прав. Для того, чтобы помочь кадастровым инженерам в своей работе, для того, чтобы уменьшить количество ошибок и, соответственно, сроки проведения работ, в этом году мы запустим сервис, благодаря которому кадастровый инженер сможет в электронном виде подать предварительный вариант документов и полностью их проверить. Еще до подачи документов к нам в службу, то есть не дожидаясь отказа, это существенно сократит сроки их деятельности и упростит процедуру. Кстати, Константин Александрович, вот поясните большие расхождения среди результатов опроса и ваших собственных оценок продолжительности этих процедур. Вот вы уже начали об этом говорить. Мне кажется, здесь неправильное ожидание есть у предпринимателей, которые нужно тоже корректировать. Что касается дифференциации по субъектам, она действительно существует, хотя в те нормативные сроки, которые нам законодательством установлены с точки зрения нашей деятельности, это 10 дней, значит, скажу, что фактически за 2015 год регистрацию прав мы проводим за 8 рабочих дней, фактически средний срок, средний. Кадастровый учет за 6, еще в 2012 году это составляло 30. Дифференциация по регионам есть, она прежде всего вызвана тем, что и рынок недвижимости везде неоднороден, и системы регистрации прав и кадастрового учета исторически развивались разрозненно. И одна из ключевых задач, которые вот перед нами, перед службой стоят, со следующего года принят новый 218 закон о регистрации недвижимости. Сейчас мы разрабатываем новый ресурс ЕГРН, и системы кадастрового учета, регистрации прав полностью объединятся, у нас будут единые базы, тогда полностью будет единый срок и единая технологическая процедура для всех, потому что сейчас мы их сближаем, но они еще различные. Значит, что касается, вот еще раз, сроков и действий кадастрового инженера, то есть вот их дельту мы попытаемся уменьшить за счет вот внедрения в том числе вот этого сервиса личного кабинета кадастрового инженера на сайте, для того, чтобы можно было подать документы к нам. Наши сроки, вот еще раз фактически говорю, что 6-8 дней, и мы дальше работаем над их сокращением. Что касается удобства, возможности подать документы. Вот уже много было сказано про МФЦ. Для нас это действительно большая, серьезная задача. Мы очень благодарны субъектам, в которых это
деятельность активно развивается. По итогам 2015 года доля документов, которые подают граждане через многофункциональные центры, вот по нашим четырем услугам составила 38%. Значит, по состоянию на 1 июня эта доля уже составляет больше 52%. То есть темпы наращиваются, в том числе из-за того, что было принято абсолютно справедливое решение делить пошлину. То есть если документ принимается в МФЦ, то 50% платы уходит субъекту. У них возникает финансовый инструмент, возможность компенсировать свои затраты. Значит, кроме того, МФЦ это действительно для нас возможность бороться с теми коррупционными проявлениями, которые в нашей сфере есть. И в условиях наличия низкой заработной платы, это объективно так, конечно, мы стараемся минимизировать и оторвать человека, принимающего решение, от человека, принимающего документы, чтобы не было контакта заявителя с лицом, принимающим решение. И МФЦ в этой работе нам очень помогает. А второй аспект, который, ну, мы видим очень перспективным в этой части, это опять же развитие электроники. Здесь хотел бы сказать, что вот мы в том числе сейчас работаем со Сбербанком, отметить, они разработали сервис, который позволяет заявителю, который пришел в кредитное учреждение, ну вот конкретно в Сбербанк, подавать за осуществлением, ну, за получением кредита, за взятием ипотеки. Теперь у человека есть возможность, не выходя из офиса Сбербанка, подать документы на регистрацию прав, зарегистрировать их в электронном виде и, ну, то есть не посещать ни наши офисы, ни офисы МФЦ. То есть мы видим за этим, конечно, очень большую перспективу. Константин Анатольевич, Александрович, прошу прощения, время, вот что бы вы могли, как руководитель, один из руководителей федерального органа власти, который чрезвычайно сильно влияет на качество инвестиционного климата, сказать губернаторам, которые здесь присутствуют, с тем, чтобы и они, и вы могли влиять, продолжать положительно влиять на улучшение этого сервиса и в целом качества климата? Ну, безусловно, нам очень нужно дальше развивать многофункциональные центры. И у нас руководителям поставлена задача в этом году, ближе чуть-чуть, в этом году отказаться закрыть офисы Росреестра практически во всех субъектах, там, где мы получим соответствующее согласование. Если на начало 2015 года у нас было 1400 офисов Росреестра, уже сейчас их порядка 500. Мы планируем закрыться. Доля электроники и доля МФЦ нам это позволяет. Ну и второй момент. Вот про МФЦ я говорю. Вторая часть всегда электроника. Это продвижение электронных услуг. Потому что возможность получить электронную подпись, возможность подать документы в электронном виде, собрать эти пакеты, конечно, ну вот здесь продвижение электроники, продвижение интернета для нас очень важно, вот этот аспект.